В детском саду номер 18 каждый год в конце апреля устраивают театральные представления. Актеры, воспитанники, родители, костюмеры, воспитатели, режиссеры и постановщики. И так уже 16 лет подряд. Подробности в материале нашего корреспондента. В детском саду номер 18 около 200 актеров. Почти все воспитанники, кроме самых-самых маленьких, играют в труппе театра «Карусель». Свой драм-кружок в детском саду организовали 16 лет назад. И с тех пор дважды в год балуют публику премьерами. В эту пятницу постановок было сразу 4. «Цветик семицветик», «Ветик», «Грибок», «Кот в сапогах» и «Чиполлино». Как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно. Театр по-настоящему, как у взрослых. На стенах афиши, в руках у зрителей программки. Перед выходом на сцену маленькие лицедеи поправляют костюмы и грим. И волнуются совсем не по-детски. Волнуюсь. А почему волнуешься? Потому что вдруг мы... Как сказать? Плохо выступил. Ну ладно, да брось. Смотри, какие красивые костюмы. Кто костюмы делал? Папа. Папа делал костюмы. Мне бабушка. Готовиться к премьерам ребята начали еще в декабре прошлого года. Вместе с воспитателями читали произведения, распределяли роли, учили текст. И даже разбирали театр от А до Я. Дети. Ступать ребятам нравится. Спектакль увлекает малышей с самого начала подготовки до премьеры. Каждому дошкаленку преподаватели находят роль. А если по сказке нет дополнительных персонажей, их придумывают, чтобы все дети могли попробовать себя на сцене. Мы не отбираем детей, там особо одаренных, да, а берем всех. То есть к нам приходят любые дети. И наша главная задача – довести их вот до этого результата, до спектакля, чтобы они могли свои умения, навыки, ну и, соответственно, органичность, обаяние проявить в какой-то роли. Полученные навыки, уверены педагоги, их воспитанникам еще не раз пригодятся в жизни. И не исключают такой возможности, что некоторые из них станут настоящими профессиональными артистами.